Две белки. Вот еще одна. Обе злодейки. Обе злодейки. А я, говорит, злодейка. А я, говорит, пришла. А что тут-то у тебя там лежит, а? Ну-ка, подожди-ка. Дай-ка я сюда насыплю. Иди сюда. Иди сюда. Солнце, иди сюда. Давай. Иди сюда наверх. Не, ну сюда. Сюда, конечно, тоже вариант. Иди наверх. Смотри, там орешки лежат наверху. Давай. Давай. Умница. Какая ты умница, а? А я, говорит, умница, знаю, да? Вот такая. Голубь тоже, говорит, я тоже, говорит, умница. Сейчас сожру все ваши орехи. Ну вот. Две мамочки, да. Две мамочки, мы, говорит, пришли. Не знаю, тут ни одной белки не было. Откуда они меня увидели? Прибежали. Я вчера не дошел сюда, если честно. Просто не успел уже. Там еще одна бегает. Ну там, кстати, в бутылке все насыпано. Можно приходить. Поползень что-то расстроенное, наверное. А я, говорит, расстроился. Где мои орехи? Голуби дерутся, как всегда. Две белки. Поползень. В кармане у меня лежат орехи, да. Ну там сейчас не достать, наверное. Там сейчас неудобно, да. Еще одна крупная белка. Ну надо же. Три крупные белки. Сейчас, я имею в виду взрослые. Три взрослые белки. Прибежали, да. И все, наверное, мамаши кормящие. Вот она, говорит, я пришла. А, это четвертая. Да это что такое вообще творится-то? А я, говорит, знаю, где лежит все. В кармане он. И что делать? Нет, я к тому, что белки-то голодают, да. Ну, в кармане лежат, но там, по-моему, неудобно брать. Она сейчас лазит под ногом у меня. Это хорошо сидит там тоже. Вот лето народу в парке немерено сейчас. Пожалуйста, 4 голодные белки. Народу тут в парке немерено, просто немерено. Это все поело, убежало. А ягод убежал. А подожди, а ты гладиться даешь? А ягод даю гладиться. Ну а как же не дать? Это же вот эта белочка. Хорошая какая-то, а? А та белка убежала. Третья. Четвертая, которая. А ягод, хорошая белочка. Какая хорошая какая-то, а? Голодная. Я стараюсь не пропускать, ходить каждый день, но не всегда получается у меня. Вот зачем тут голубь?
Не всегда получается, потому что вот, допустим, в это место пришел. Я, кстати, в это место пришел буквально просто корм положить сюда, в кормушке. А получается, что надо кормить, вот белок кормить. А иногда прям очередь здоровая. И хочется всех покормить. Пока кормишь, время уже ушло. Она все-таки залезла, да. А я думаю, залезет, не залезет. Не, бельчаток-то маленький сразу залазит. А большой, наверное, там неудобно. Вон и голубь. Тоже, говорит, сейчас в сумку залезу. Кстати, залазили у меня голуби в сумку. Я это не снял. Ну-ка, кыш отсюда. Надо бы сюда, ну, я имею в виду повесить еще пару кормушек, но орехи не на что покупать. Банально, повесить-то можно, а смысла в этом не будет никакого. Потому что что сыпать-то туда внутрь? Сейчас-то все в обрезанном варианте сыпется. Хорошая какая-то. Хорошая. Я, говорит, хорошая, да? А это очень странная белка, она. Хитрая. Надо спуститься туда, взять орешки и сесть, потом залезть на крышечку. Молодец она. Вот она спустилась. А я, говорит, не буду каждый раз так делать. Тоже ненормально, что ли? Или буду? Не, буду. А почему нет, говорит? Это удобно очень. Ты голубь ее спугнул. Злой. Хорошая белочка вот эта. Просто замечательная она. Побольше бы таких белок. А та все наелась. А странно, они прибегают, чуть-чуть сидят, и все, говорит, мы наелись. Ну, сейчас, правда, жарко. Много не лезет. Вот эта мамаша кормящая, она может много съесть. А где, наверное, все, наверное, откормили своих. А морковку ты не будешь, да, злодейка? Морковку понюхай хотя бы. Понюхай. Я понюхал, я, говорит, понюхала, меня просили. Но есть не буду. А бельчат нету тут. Не, я видел бельчонок, прибегал. Но что-то побегал и убежал. Все, я, говорит, тоже пошла. Все убежали, я пойду. Она попить пошла. Вот голубь. Ну вот голубь, да, сейчас они будут есть там все. Там вот этот козырек был длинный, он мешал голубям вот так вот есть. А кто-то пришел, какой-то сердобольный человек, и отрезал козырек этот. Молодец какой. Я вот про этот козырек говорю. Он был вот такой вот длинный, ну вот. И не давал голубям как раз. А какой-то пришел, молодец, и отрезал. Не знаю, зачем он это сделал.